Получить лепшие рысы школы мастерства и початковых классах у один научальный процесс, как повысить поспехи детей. У 2014 году у Могилеве начали апробацию интеграционной модели школы мастерства с початковыми классами. Подобная комплексная форма научения у Могилевской школе мастерства номер один дейничая амаль чверть стагодия. Теперь початковые классы относятся до 25-й средней школы. Однако педагоги школы мастерства уверены, веды, отриманные по отделениях, можно поспехово интегровать у огонь. Агульноадукаційний процес. Яны мають намір отримати юридичний статус нового типу установи адукації. Что значит декоративно-прикладное? Декор. Это что значит? Значит, когда украшается. Украшать? Егор? Красота. Урок выявленчего мастерства у початковой школе проходит по новой методике. Тут и элементы театральной постановки, и интересные способы малявания для детей, например, такими незвычайными початками с бульбы. Навученцы отделения выявленчего мастерства у роли экспертов для своих одноклассников. На своих уроках они уже проходили, знакомились с методикой росписи изделия. А сегодня на уроке они мало того, что выполняли свою работу, но еще помогали ребятам в освоении новых техник и новых знаний. Девочки, скажите, пожалуйста, как вы оценили свою работу? Мне кажется, то, что композиция, у нас с ней все нормально. Мы распределили везде красивые узоры. У школе двухкомпонентный принцип навучання. Початковая школа у первой половине дня, у другой – школа мастерства по пяти отделениях. Каб зробить уроки физической культуры больше цікавими, наставник по бальных танцах распрацевал специальную программу, якую можно применять у межах школьного предмета. Урок здоровья и спорта. В рамках этого предмета мы будем заниматься здоровьем и спортом. И танцевать. И танцевать, да. Дети будут получать элементарные навыки танца. Не просто заниматься физкультурой и учиться танцевать. Учиться работать в паре мальчик с девочкой. Вам нравится танцевать? Да. Очень. Чем? Ну, то, что получаешь много эмоций, получаешь награды, когда ходишь на конкурсы, на разные. Такое интегрованное навучание, уверены педагоги, добро отбивается на успехах навученцев. А главное, такие опыт могут переймать иншие школы. За эти 3 года эксперимента средний балл по школе искусств 8,5 и по начальной школе 8,6. Вот небольшая разница в этих успехах лишний раз доказывает о том, что все те дети, которые занимаются искусством, у них высокое развитие и учебное достижение. Творческие достижения, конкурсы, олимпиады выросли в 10 раз по сравнению с тем, с того года, как начинали эксперимент. Теперь на комплексном навучании находится 195 детей. Принцип такой организации існує давно, але юридично не замацаваны. Коли эксперимент отримает становчую оценку Министерства адукации, у школе меркует створить одиную модель дитячей школы мастерства с початковыми классами. Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко, Александр Артемьев, новини региона.